Это случилось в первых числах мая в селе Михайловское Калининского района. Дом, где произошло преступление, огражден высоким, непроницаемым для чужих взглядов забором. Нам удалось встретить очевидца тех трагических событий. Зоя Федоровна живет по соседству. Я топила баню поздно вечером, и вот смотрю, это уже стало, ну, рядом слышно, там хихихаха, шутка, смех, все, ребятишки бегают, кричат, играют, и слышу, они это говорят, ой, говорит, нам надо расходиться, пора по домам, завтра это самое. Ну что ж, говорю, ну слава богу, говорю, отметили тут свои дома, никто никуда далеко не ходить, все свои. Как они собрались, сколько людей было, я не обратила внимания, только вижу, что за столом там сидели. И кто, не знаю, это самое, потому что думаю, ну что мне надо, какая разница, молодежь собралась и пусть отдыхает. Вот навес, под которым был накрыт стол. Под веселые разговоры и смех пожилая соседка уснула. Ночью просыпаюсь такой в доме, светло, как будто бы день. Глянула, время что-то около часу ночи. К одному окну подошла, думала, пожар какой где. Смотрю, машин стоят тут много, а сзади оттуда фары светят. Это люди бегают вот тут у них по переулку. Думаю, ну, знать, чего-то такое стряслось. Утром Зоя Федоровна встретила соседку, спросила, что у них произошло. Она говорит, ой, тетя Зоя, говорит, не спрашивай, а само слезы текут. Другая соседка Зои Федоровны много лет держит коз. Они пасутся на небольшом поле за жилыми домами. Именно козы по трагическому стечению обстоятельств тем вечером и стали причиной кровавого конфликта. Пришел какой-то гость у нее, то ли их такса маленькая, вечером погоняла коз ее. И она говорит на нас, говорит, заругалась, что гоняет коз наших. Это самое, у меня защитники тоже есть. И вот, да, пришли вот эти защитниками с дубинками, и, да, давай их лупить. Говорит, Мишке голову, говорит, не голова, а сплошной кусок мяса, весь в крови. А это кто такой Мишка? Это их гость. Вот гости вот этих соседей. И говорит, мой, говорит, Сашка, говорит, пошел, схватил нож у нас, говорит, ничего нету, никаких колев, ничего нету. И говорит, это самое, на них. И вот где уж они дрались, я не знаю, больше ничего она мне не сказала. Результатом трагедии стало убийство. Зарезаны трое мужчин. Один – местный житель, другой – уроженец Дагестана, третий – гражданин Украины. Часть гостей у них уже ушла, и последние собирались уходить. А вот эта соседка спровоцировала, понимаешь, из-за какой-то... Мне только Марина говорит, господи, из-за каких-то коз столько беды наделала, а? Необходимо отметить, что при выезде на место преступления следователем Следственного комитета проведен его осмотр, назначены медицинские и криминалистические экспертизы, изъято орудие убийства и иные следы преступления. В ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, проведенных отделом по расследованию особо важных дел при активном участии следователей-криминалистов регионального следственного управления Следственного комитета России совместно с сотрудниками органов внутренних дел, лицо, причастное к совершению преступления, было задержано по горячим следам. Подозреваемого задержали. Ему предъявлено обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по делу продолжается. А козы продолжают щипать траву на том же самом поле, у которого произошло кровопролитие.